просматривая ваши комментарии, я наткнулся на знак, графическое изображение Оум. Значит, очень интересная вещь. И я попытаюсь сейчас сделать свою интерпретацию, что он означает. Ну, начнем отсюда. Знак Оум. Он вот такой. Вот такой в целом знак Оум. Итак, начнем разбор. Вот эта частица, что она означает? Она означает дух, атма. Атма. Вот эта часть, ее носитель Будхи. Вот так вот. Будхи. Будхи. И в целом вот эта вот часть, в целом вот эта часть, она будет вечна. То есть совершенствуется у нас дух Атма, ее носитель Будхи. В них вот сюда поступает информация от одной жизни, от другой жизни. И в целом все меняется. Так вот, Атма и Будхи сначала что они выстраивают? Атма и Будхи, вот эта вот вещь, так сказать, вечная, которая совершенствуется. И она далее выстраивает очередное тело для своего воплощения. То есть вот это вот как раз будет где-то голова, это тот, он говорит, то, что ниже головы. И вот такая вот вещь, вот такая вещь. Пуповина. То есть в целом вот это вот все, будем говорить, чувства, праническое тело, эфирное тело и физическое тело, которое как раз вот своей пуповиной вот это вот привязано к земле. То есть вот эта вот часть, вот эта часть, она создается для каждой жизни, потом, естественно, она отбрасывается. Информация, накопленная здесь, переходит вот сюда. И все это дело влияет, будем говорить, на атму, делая ее там, ну, более разумной, совершенной. И с учетом этого в новом воплощении опять выстраивается голографическое тело, которое вычисляется уже в физическое тело. То есть вот этот интересный значок Оум, он не просто вот такую вот форму имеет, а имеет, он говорит, каждый завиток имеет свой смысл, имеет свое значение.
Вот о чем я хотел вам рассказать.